Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастый Кидс. У нас с вами соревнования. Смотрите, кто в нем сегодня участвует. Какие красивые новые пушистые котики. Даже вот такие необычные раскраски коты у нас есть. Ой, а тут подарочек для котиков. Смотрите, какой черный с белыми лапками. Белый пушистик. Кстати, чтобы его открыть, нужно раскрыть побольше подарочков или собирать клубочков. Аж целых 500 клубочков нужно, чтобы открыть этого котика. А также вместе с вами мы отправимся к Леди Баг и пройдем сегодня всех злых боссов. Ну, постараемся пройти всех. А наша Анжела-агент отправляется выполнять ежедневный конкурс. И в этот раз ее ждет бег на время. Команда полицейских у нас, друзья. У нас сейчас проходит миссия «Поймай грабителя». Мы должны найти, кто похитил все сладкие пончики. Так, осторожно, мы бежим. Смотрите-ка, вау, Леди Баг злой фараон. И против фараона сражается сама Леди Баг. Вы видите, что у него в руке? Он бросает нас какой-то огненный шар и пирамиды. Так, а ну, этот босс должен быть простым. Попробуем его победить вместе с суперкотом. Я надеюсь, что нам это удастся. Кстати, друзья, в сегодняшнем ролике вас ждет много-много-много пушистых приветов от канала Ушастый Кидс. Кто тоже хочет попасть в видео и получить привет, или там передать привет для своего класса, для своих братьев, напишите в комментарии прямо под этим роликом ваше имя и фамилию, и обязательно получите привет. Ну а уже сегодня, чуть позже, я передам приветы для тех, кто уже написал. Злой фараон Тодин и агент Анжела тоже получила кубок. Давайте выберем кого-нибудь еще из команды полицейских, например, офицера Тома. Так, Том, на какое бы задание отправить тебя? Вот она, наша миссия «Поймай грабителей». Ух ты! Сейчас посмотрим, что нам попалось в супер премиум сейфе. И заодно откроем карточку сюрприз. Если попадется, нам откроется новый герой. Так, у нас попался магнитик. Ух ты, смотрите-ка, мы боролись с иллюстратором вместе с суперкотом. И, кстати, победили этого босса. Ну а теперь отправляемся искать следующего босса в городе, где живет Леди Баг и суперкот. А вот и наша Кагами. И вместе с ней мы сразимся против непогоды. Смотрите, этот босс может вызывать бурю, ураган, грозу, молнию. И, кстати, бросается она у нас огромными льдинами и запускает ураган. Я надеюсь, Кагами не попадет в этот вихрь. Осторожно, суперкот. Так, три удара мы уже нанесли злобной непогоде. Кстати, друзья, какая у вас самая любимая игра? Напишите в комментариях. А Леди Баг, бег за золотом, или вы любите играть в раннеры, про котиков, пишите, пожалуйста, в комментариях. А еще обязательно подписывайтесь на самый пушистый канал Ушастый Кидс. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, мне будет очень приятно. А также заходите обязательно на мой второй канал, называется «Волшебный сундучок». Жду вас и там, мои хорошие, заходите, подписывайтесь, а вскоре там будут новые ролики. Обязательно подпишитесь. Так, полицейский Том у нас отправился собирать похищенные пончики. Вкусные розовые пончики. Они, наверное, с клубничной начинкой. Или с вишневой, как вы думаете? Может, конечно, и с карамельной. Обожаю такие пончики. Жалко, что Том нас не угостит. Так, берем магнитик вместе с Томом. И у нас уже 11 вкусных пончиков насобирал полицейский Том. Так, а Хлоя у нас сразилась с пузырем. Так, смотрите, какой злой пузырище. И бросает нас огромные мыльные пузыри. И еще ключики. Вот ключики мы с вами должны разбить, чтобы победить пузыря. Кстати, как вам пузырь? По-моему, очень злобный. Так, а ну получай. У Хлои неплохо получается вместе с суперкотом. Я думаю, сейчас мы разгромим пузыря и заодно покрутим колесо фортуны. Нам попались удвоенные магниты и нам дали в бонус 30 пончиков. Отлично, офицер Том. Ну а теперь время, может быть, помощник шерифа Хэнк. Смотрите, какие у него крутые очки. Так, Хэнк, ты готов? Тогда следующее испытание для тебя. Ты у нас будешь соревноваться под ником Ушастый Кидс против реальных соперников, реальных игроков. Вот она, кошечка Анжела и песик Бен. Побежали вперед, берем ускорение и сейчас проверим, кто займет первое место. Так, я надеюсь, что это будет Хэнк.
А у Леди Баг мы выбираем следующего персонажа и отправляемся в гости к следующему боссу. Кто там у нас следующий босс? Это Леди Wi-Fi. Так, Хлоя у нас хочет приступить к испытанию, но нет, она у нас уже была. Так, это, по-моему, у нас Нино, да? Как зовут парня-черепаху? Нино? Если я не права, исправьте, пожалуйста, меня в комментариях. Так, кстати, если вам не сложно, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вам лет. Мне очень интересно. Так, Леди Wi-Fi, нажимаем на паузу, и она бросает нас в волны Wi-Fi. Ух ты! Она попала у меня уже два раза, довольно-таки сильный босс. Я надеюсь, что сейчас мы его пройдем вместе с Ниной и Суперкотом. Так, а ну, вот так, получай, Леди Wi-Fi. Кстати, как вам наши котики? В этот раз мы играем черным котом. Слушайте, какое имя придумать для черного кота? Может быть, Клубочек или Черныш? А может быть, назвать черного кота Макс? Придумайте имя для черного котика и напишите в комментариях, а я потом обязательно почитаю. А вот рыжий котик похож у нас на кота Бубу. Помните, на канале были серии про котика Бубу? Очень клевая игра. Кстати, вы хотите новые серии про котика Бубу? А возможно, они выйдут на канале «Волшебный сундучок». Ой, в меня снова влетела волна Wi-Fi. Леди Wi-Fi очень злобный босс. И пока я все никак не могу ее победить. Вот тебе, получай, нажмем на паузу. Вот тебе. Так, суперкот помогает. Отлично, еще одна пауза. 9 ударов уже получила Леди Wi-Fi, но этого пока маловато. Осторожно, суперкот. Да опять она у нас попала. Я даже не знаю, как ее победить. Очень-очень злобная Леди Wi-Fi. А у нас, кстати, в игре «Бег за золотом» спецагент Том. Проходит миссию, он играет онлайн против реальных игроков. Так, мои хорошие, давайте-ка приветики передам, а то я все время не успеваю передать их до конца. У нас получает первый привет Никита Щелинский. Большой тебе приветик, Никита. А также Мария Бакасова ловит огромный привет. Приветик летит для Леночки Кошачевой. Мария Шиндина получает привет. Катюше Ягоде большой привет. И Вике Габидулиной. Костя Фищук получает привет, Аня Коптева, Валерия Пермякова, пушистый тебе приветик, Таня Баталова и София Землянская получают приветы, Мария Бродникова, Лена Сидорова, Амира Валиева, приветик тебе, Артем Куприянов и Диляра Челенгирова. Также приветик летит Нине и Маргарите, наверное, две подружки. Лера Шульга получает привет, Даша и Егор ловят приветы. А Яна Тимирова, Ксюша Третьякова, Макар Кириллов получает приветик. А также привет летит у нас для Артема Куприянова, Яны Гурской привет, Виктории приветик, Леры Шульга и Руслану Юнбарисову большой привет. Привет получает Ангелина и Вика Любченко. Также приветик для Маргариты Полтавченко. Привет получает Роман Таранекин, Полина Дружкова, Ксюша Будкова, София Землянская и Вика Петрова. Полина Кириллова, Диана Калинина, Мира Джусубай, Дарья Милешина получает привет. Друзья, не забывайте писать в комментариях, получили ли вы приветы, чтобы я видела, что вы приветика своего дождались. А Никита Дегтяренко у нас ловит привет. Никита Анкудинов, Лера Гупалова, Лера Шульга, Василиса Баганова, Лера Гупан... Так, Вика Габидулина получает привет. Таня Федорова, Полина Кириллова, Мария Шиндина, Руслан Янборисов, Игорь Татарников, Яна Тимирова, Ксюша Третьякова, Макар Кириллов, Артем Куприянов и Яна Турска, а также Лера Шульга. Вот такие приветики, друзья. Не забывайте писать в комментариях имя и фамилию и тоже получите приветик. Так, а у нас карточки-сюрпризы. И в этот раз у нас попались магниты. Вот такие прикольные магнитики. Ой, смотрите, у нас злобный Купидон бросает на стрелы любви. Осторожно, суперкот, а то в нас попадут эти ядовитые стрелы. Ух ты, мы победили злого Купидона вместе с Алекс. Вот она, красотка Алекс. Мне так нравится ее костюм зайки. Очень прикольно. Друзья мои, пишите, понравилась ли вам наша игра с котиками. Вот такие у нас милые, классные коты. Кстати, этого белого кота можно назвать Снежок. Так, у нас еще есть рыжий, похож на Бубу.
Вот такие классные котики. Вообще, если вам понравилось соревнование, ставьте ваши лайки. И подписывайтесь на канал Ушастый Kids. Мы откроем еще несколько коробочек сюрпризов. С Леди Баг мы заработали много. Ну а на этом все, мои хорошие. Всем пока-пока!